Всем привет, Кент на проводе, и сегодня я буду делать обзор топового проекта под названием BossCraft. Ребята, я только что зашел на проект, давайте пройду краткую регистрацию, я пишу мой пароль, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, после этого, надо написать команду регистр, пароль, все, я понял, сейчас исправлюсь, регистр и мой пароль. Ребят, конечно же, IP и порты этого уникального проекта будет в описании, а мы, ребят, продолжаем, это у нас спаун, ух ты! Я помню, что когда я заходил в прошлый раз на BossCraft, то, ребят, тут был другой спаун, я смотрю, что поменяли спаун. Спаун стал очень классным, очень крутым, очень большим. Слушайте, мне нравится, очень прикольно. Так, а это у нас, по всей видимости, стол зачарования. Тут мы можем себе зачарить бронь или еще что-то сделать. Так, ребята, идемте дальше. Ага, тут еще у нас есть варпы. Давайте побегаем по варпам. Варп-шоп, варп-зах, варп-квесты, варп-инфо, варп-пвп. Ну, ребята, давайте начнем из варп-шоп. Что же у нас есть в магазине? Так, это у нас варп-шоп. Ух ты, какой необычный варп-шоп. Слушайте, ребят, мне очень нравится, потому что сделано очень классно. Видно, что создатель постарался. В общем, создатель большой молодец. Я потратил все деньги, что у меня были, и я себе купил всего лишь 5 алмазов. То есть мы, ребят, видим, что халявы тут нет. И как по мне, это очень классно, очень бомбезно, потому что я сам не люблю халявы. Считаю, что халява разрушает экономику, да и вообще разрушает сам сервер. Ребят, давайте я получу начальный набор. Я пишу команду kit start. Такого набора не существует. Тогда какой? Kit. Kit starter. Хорошо, я понял. Исправлюсь. Kit starter. Ребята, kit starter в себя включает зачаренную кожаную бронь. Давайте я сразу одену. Так, дальше. У нас есть каменные инструменты. Правда, их не так уж и много, но в принципе нормально. Ребят, давайте я отправлюсь на варп ПВП и смотрю нашу ПВП-арену. Варп ПВП. Это у нас варп ПВП. Ребята, честно говоря, первое впечатление о варп ПВП немножко негативное, потому что варп ПВП очень маленькая, а также варп ПВП, ну, ребят, слишком простой, ну, согласитесь. И слишком маленькая, слишком простой. А также, ребята, есть одна очень просто грандиозная ошибка, то, что тут нет ноу ПВП-зоны. Ребят, я только захожу, меня могут буквально за 5 секунд убить. Вот смотрите, вот пишу варп ПВП. Варп ПВП. И, ребята, вы не поверите, но тут ПВП зона. То есть, как только я захожу, мне кто-то сразу же может убить, как этот парень. И, честно говоря, это очень плохо. В общем, ребята, я думаю, что на этом можно заканчивать. IP-порт этого уникального и крутого проекта я оставлю в описании. С вами был ваш Кент. Всем удачи и всем пока.